Салават Юлаев. Сколько всего спрессовано в этом имени. Это и национальный герой Башкортостана, и название целого города, название сельского района и название хоккейного клуба, название улиц и проспектов. О его повстанческой деятельности написаны десятки книг и научных статей, из которых мы узнаем, что сын старшины Шайтан Кудейской волости Юлая Азналина по имени Салават во главе веренного ему отряда перешел на сторону самозванного царя Петра Федоровича, то есть Пугачева. В дальнейшем он захватывает Красноуфимскую крепость и во главе большого повстанческого войска осаждает Кунгур, столицу Пермского края, и возглавляет движение на севере Башкортостана. В критический для восстания момент, когда разбитый правительственными войсками Пугачев спасался бегством от преследования, Салават Юлаев не только оказал ему помощь в виде подкрепления свежими силами, но и сыграл едва ли не главную роль в отражении войск Михельсона и продолжении восстания. Бесстрашный башкирский батыр сражался против екатерининских войск до середины ноября 1774 года, когда сам Пугачев уже 2 месяца как находился под стражей. Факты биографии и боевого пути Салавата известны благодаря архивным документам, чего нельзя сказать о его личности. Пушкин назвал его свирепым Салаватом. Гораздо больше для понимания его психологического портрета дают очерки этнографа Руфа Игнатьева, писателей Филиппа Нефедова и Мамина Сибиряка, которые писали, что называется, по горячим следам, когда были живы, если не сами пугачевцы, то их дети и внуки. Именно поэтому их характеристики являются слепками с того образа Салавата, который сформировался в народном сознании и который, как нам кажется, был наиболее близким к своему прототипу. Филипп Нефедов пишет: «Мысль об освобождении Родины не давала ему покоя и звала на дело, манила на подвиг. Освободить Родину. Сколько чарующего, обаятельного для многих умов в этой мысли. Но выступить борцом за ее осуществление мог только поэт, каким был Салават. В своем религиозно-поэтическом настроении он не раз слышал самого Бога, повелевавшего ему восстать на врагов и освободить Родину». Стихи Салавата проникнуты мыслью о Божьей мудрости, создавшей этот прекрасный мир, а потому долг батыра — защищать свою родную землю. Судьба джигита в руках Родины, а судьба Родины — в руках джигита. «Я гляжу на цепи гор в нашем благостном краю и, вбирая их простор, Божью милость познаю. Песни неба раскололось, соловей поет вдалу, как азан звенит твой голос, Богу вознося хвалу. Не зовет ли на молитву верных мусульман, провожает меня в битву мой Урал, родимый стан». В свое время Мустай Карим и Расул Гамзатов, народные поэты Башкортостана и Дагестана, воспевая образы героев своих республик, сравнивали друг с другом Салавата Юлаева и имама Шамиля. Однако мысль о схожести образов вождя горцев и вождя башкир впервые была высказана еще в XIX веке Руфом Игнатьевым, который, прослушав ряд песен о Салавате, делает вывод, что это был батыр, посланник Аллаха и патриот, вроде какого-нибудь Казимулы или Шамиля. В очерке «Песня о батыре Салавате» Руф Игнатьев передает дословный перевод услышанной им где-то песни. «Песня про славного батыра Салавата – самая грустная песня и для того, кто ее поет, и для того, кто ее слушает. Кажется, если бы кто умел все рассказать, как этого достоин Салават, то заплакали бы и небо, и земля, леса и реки стали бы издавать стоны. Плачь, человек, если у тебя есть сердце. Аллах велел Салавату идти против неверных».
Салавата хранила сила Божия от всякого оружия неприятельского, чтобы видели люди, что он есть истинный посланник великого Аллаха и его пророка. В помощь призови Аллаха, гордый дух свой укрепи, вихрем в битву рвись без страха по распахнутой степи. Тема Божьего призыва и долга воина перед Богом проходит красной нитью через всю лирику поэта-воина. Настоящий воин должен иметь храбрость следовать посланию Всевышнего и выступить на защиту Родины. Это его религиозный долг, который не подлежит обсуждению. Только в священной войне реализуется его вера. Вероятно, именно этими мировоззренческими установками объясняется удивительная неустрашимость и непримиримость, с которыми сражался Салават Юлаев. Писатель «Мамин сибиряк» на основе личных наблюдений, почерпнутых во время своего уральского детства, создал образ нищего сказителя Байгуша, который стал одним из ярчайших персонажей его творчества. Башкиры сидели, склонив бритые головы. Плачущий речитатив невольно захватил всех. Что-то было особенное в этой картине. Точно в самом воздухе реяли незримые тени посаженных на кол башкирских старшин, повешенных и изувеченных. Народная песня, как любящая мать, вспоминала погибших своих детей. Потом Байгуш Надыр пел о Кучумовичах, о старом Сиите, о Алдарбае и Салавате. Высокий моральный дух, яркий поэтический дар, искусство воина и, наконец, ореол мученика, который один пострадал за весь народ, превратили Салавата в героя народных песен и былин еще при его жизни. Позднее он стал олицетворением всех вождей предыдущих башкирских восстаний. В его образе слились забытые под толщей времени другие вожди башкирского народа — Сарымерген, Сиит Джафар, Алдар, Кучум, Кильмяк, Карасакал. Салават стал символом многовековой борьбы башкирского народа за свою свободу. Он стал национальным героем Башкортостана.